Это моя ноша. Я возьму кольцо. Три кольца высшим эльфам под кровом светил, семь властителям гномов под кровом земли, девять смертным, чей жребий молчание могил, и одно повелителю гибельных сил в царстве Мордора мрачном, где тени легли. Отыскать их, собрать их, предать их ему, воедино сковать их и вергнуть во тьму в царстве Мордора мрачном, где тени легли. Это война кольца. Войска темного властелина вторглись в Рохан. Припасы были на исходе, и Кришнак получил приказ направить в Рохан новых рабов. Однако между этими рабами и основной армией лежат болота Низкодолья, подобные запутанному лабиринту и охраняемые противником. Чтобы рабы смогли пройти через болото, Кришнак выделил для их сопровождения отряд воинов. Покажите, чего вы стоите на деле, жалкие черви! Те свиньи, которых мы послали на Рохан, ничего не стоят. Им надоело безвкусное мясо, и они сожрали своих рабов. Теперь нам придется гнать туда новых на замену. Да глядите, чтобы они добрались туда живыми. А, я за ним пригляжу. Да, мы ими займемся. А если мы проголодаемся, то мы просто... Я сказал, живыми! Разуйте зенки, вы, быдло бельмастое! Если не можете справиться сами, подготовьте еще воинов! Валите! Пробирайте через болото! Я оставляю вас здесь, бесполезные ублюдки! И попробуйте только не управиться! У меня есть дела поважнее, чем защищать жалких рабов. Шевелитесь, подонки! Пощади меня! Хлещи кнут! Вперед! Я жажду крови. Как прикажешь, задача исполнена. Пощады! Кнут учит! Быстрее! Не надо, не делай больно! Иду, уже иду. Хлещи, кнут! Выступаю, как прикажешь.
Строительство закончено. Задача исполнена. Пощады! Сейчас, господин, я уже бегу. Я здесь, господин. О, что прикажешь? Да, мой господин. Строительство закончено. Задача исполнена. Строительство закончено. Воля Саурона! Что? Пошел! Хлещи кнут! Я здесь, господин. Я сейчас, я господин, здесь. Я уже, господин, я уже бегу. Служу тьме. Что? Быстрее! Соскучился еще по кнуту. Удар! Вперед! Пощади меня! Строительство закончено. Еще задача удар! Исполнена. Не отдыхать! Есть кому врезать? Не до. Придется. Еще удар! Не отдыхать! Ох, добрый господин! Еще удар! Кнут учит! Быстрее! Да? Не надо, не делай больно! Как прикажешь! Что? Вперед! О, что прикажешь? Не бей меня! Резервы руды на исходе. Я спешу, как могу. Да, мой господин. Я сначала это брошу, да? Ох, добрый господин! Не надо, не делай больно! Да, мой господин! Строительство закончено. Задача исполнена. Я крови. Жажду крови. Иду. Время крови. Я чую добычу. Поле Саурона! Хлещи кнут! Хлещи кнут!
Время крови. Да? Как прикажешь. Время крови. Иду. Да, мой господин. Время крови. Я жажду крови. Полис Саурона! Пощады! Кто там соскучился по кнуту? Время крови. Хочу мяса. О, что прикажешь? Дайте чем мне могу мишень. Служить? Хитро придумано. Дайте мне мишень. Готов? Дайте мне мишень. Полис Саурона! Кто там соскучился по кнуту? Дайте мне мишень. Спешу как могу. Дайте мне чем мишень. Могу служить? Твоя воля, закон. Дайте мне мишень. Иду. Чем могу служить? Я жажду крови. Есть кому врезать? Еще удар! Компейщик готов! А? Дайте кому мне мишень! Чем могу служить? Твоя воля! Закон! В колодце мало воды. Время крови! Я чую добычу. Хочу мяса. Добыча близко! Время крови. Есть кому врезать? Дайте мне мишень. Готовьте луки. Иду. Резервы руды израсходованы. Да, мой господин. Не надо, не делай больно. Дайте мне мишень. Прекрасная мысль, господин. Полис Саурона! Иду. Кнут учит. Дайте мне мишень. Добыча близко. Иду. Я жажду крови. Дайте мне мишень. Готовьте луки. Спешу как могу. На ваших воинов напали. Полис Саурона! Дайте мне мишень! Я выпустил его кишки! Еще удар! Ты ничего не слышал?
Это мое копье! Время крови! В чем дело? Я иду. Чем могу служить? В чем дело? Что? Время крови! Служу тьме! Иду! Время крови! Я иду! Колодец пересох. Время крови. Слушаю и подчиняюсь. Слушаю и подчиняюсь. Поступаю. Поступаю. Иду. Слушаю и подчиняюсь. Дайте мне мишень. Готовьте луки. Отправляюсь немедленно. Хочу мяса. Я иду. Иду. Как прикажешь. Выступаю. Я иду. Как прикажешь. Не надо, не делай больно. Я чую добычу. Слушаю и подчиняюсь. Время слушаю крови. И подчиняюсь. Как прикажешь. Разрубите! Время крови! Я чую добычу. Я иду. Время крови! Чем дело? Иду. Я иду. Выступаю. Иду. Выступаю. Слушаю и подчиняюсь. Иду. Как прикажешь. Не щадить никого! Хочу мяса! Спешу, как могу! Да? Готов! Служу тьме! Слушаю и подчиняюсь. Я иду. Слушаю и подчиняюсь. Я иду. Выступаю. Вы завладели местом силы. Слушаю и подчиняюсь. Я жажду крови. Как прикажешь. Выступаю. Пощады. Я иду. Выступаю. Разрубить их! Орки! Бегите! Я иду. Как прикажешь. Выступаю. Yeah.
Иду. Я иду. Не щадит никого. Вещи готовы. В чем дело? Как прикажешь, слушаю и подчиняюсь. Я иду, выступаю. Иду, выступаю. Иду, как прикажешь, иду. Как прикажешь, как прикажешь, слушаю и подчиняюсь. Как прикажешь. Да, мой господин. Сейчас, господин, я уже бегу. Как прикажешь. Выступаю. Иду, я иду, иду. Я иду, выступаю, иду, иду, слушаю и подчиняюсь. На ваших воинов напали. Иду, слушаю и подчиняюсь. Иду, слушаю и подчиняюсь. Иду, иду, выступаю, как прикажешь. На мясо! Бей и жги! На ваших воинов напали! Я спешу, как могу! Да, как прикажешь. Иду, слушаю и подчиняюсь. Слушаю и подчиняюсь. Как прикажешь. Иду, как прикажешь, слушаю и подчиняюсь. Задача исполнена. Получилось, получилось. Я так скажу, надо бежать, пока мы не оказались кое-у-кого в брюхе. Я вижу, прибыли новые рабы. Как раз поспели к обеду. Благополучно перебравшись через болото, рабы добрались до лагерей армии Мордора в Рохане. Благодаря тому, что заставы противника на болотах были уничтожены, стало существенно легче присылать подкрепления и подвозить провиант. Это война кольца.